серьезная мама, она в первую очередь смотрит и интроспектирует саму себя. И разумная мама понимает две вещи. Первая вещь называется воспитание. Которая переводится как «в ось питания». Любой наш с вами разговор с ребенком, любой наш взгляд с ребенком, любое наше с ним соприкосновение, оно питает какую-то его ось. Ну, не только с ребенком, я сейчас тоже питаю какую-то вашу ось, правда? Например, если сейчас я буду говорить, так, сейчас я сюда вызову, чтобы вы... рассказали тот материал, который я только что рассказала, так, сейчас пойдет, и скажите, в этот момент, какую я ось начала питать? Страх, это же очевидно, правда? Если я сейчас буду, так, что у нас за слушательница? Так, предыдущий курс был, конечно, по явно интеллект повыше был. Ну, ничего, да, пойдет. Скажите, в этот момент я какую питаю ось у вас? Зависти, правильно? То есть меня сравнивают не в мою пользу. И это будет очевидно, что если я питать буду регулярно вот различные оси вас, это вырастет то, что я питаю. То, что я питаю, вот оно и вырастет. И еще одно слово, вот это слово вам нужно просто запомнить. Если из всего курса вы вынесете два вот этих слова, то будет вполне достаточно, вы будете разумной мамой. Другой вопрос теперь, а как это применять? Да? Об этом будем дальше. Второе – это образование. Какое здесь главное слово? Образ. Вот мы с вами воспитываем и образовываем всех постоянно. Если я вот такая вот мама, смотрите, у меня вот такой вот образ. И я говорю, сынок, тебе надо быть счастливым. Мама так верит в тебя, что ты будешь счастлив. Как мы с отцом? Скажите, пожалуйста. То есть я вас образовываю уже. Мы с вами говорили, что лицо – это зеркало ума. И вот просто глядя на ваши лица, уже мы образовываемся. Понимаете? Это не значит, что надо быть как идиот все время таким. А там в мире, говорят, есть два типа живых существ, которые абсолютно счастливы. Это мудрецы и идиоты. А все остальные то туда, то сюда, то туда, то сюда. Сложно быть, да, гармоничным. А с чего начинается вообще развитие? Это с умиротворения. Мир внутри должен. Пока у нас нет мира внутри, мы ничего не можем. У нас с вами лицо будет воспитывать, образовывать, и мы будем думать, Господи, как мне выключить мое лицо?